Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на первом независимом ЗАП ТВ. Спонсор прогноза погоды – оптика «Новый взгляд». Меняем старые очки на новые со скидкой 15%. Дополнить образ новыми очками просто. В салонах оптики «Новый взгляд» вы можете обменять свои старые очки на новые со скидкой 15%. Оптика «Новый взгляд». Очки и линзы, создающие образ. Телефоны 217-305 и МТС 131-13-88. Благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России», объединивших офицеров-ветеранов и служащих различных ведомств и структур, ежегодно 21 августа отмечается День офицера России. А в Чите в этот день будет переменная облачность и небольшой дождь, ветер северный слабый до 1 метра в секунду. Ночью нас ожидает 10-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21 градуса. Берегите себя и друг друга. Всего вам доброго и до завтра!